В городе молодежная дискотека проходит не в первый раз. Веселье, хорошее настроение, новые знакомства – все это присуще фурмановским праздникам. Так, 1 сентября в Летнем саду прошло еще одно танцевальное событие под названием «Догуляй лето». Мероприятие обещало быть незабываемым, ведь новые диджеи подготовились на славу, чем настроили публику на позитив и показали, что такое настоящее веселье под музыку. Место нашлось для каждого, а танцполом оказался весь парк. Желающих приятно отдохнуть было много, но на оглушительную музыку и пение сходили все больше народу. Под огромным впечатлением остались все. Никто не собирался отрываться от увлекательных танцев, но нашей съемочной группе все-таки удалось узнать у присутствующих, почему же они здесь. Скоро учеба и надо набраться сил. Как впечатления первые? Отлично, музыка современная и все суперски. Погода нам сегодня подарила хороший, приятный денек, поэтому приятно здесь. Спасибо за организацию такого праздника. Дискотека крутая, нам все нравится! Хочется отметить, что музыкальное событие объединило разные поколения. Это еще раз доказало правдивость строчки из известной песни «Музыка нас связала». Весело было всем. Поп, рок, электронная музыка в сочетании с профессиональными диджейскими приемами и световыми эффектами сделали лучший вечер для каждого присутствующего. Виктория Семенова, Юрий Пашин, телеканал Фурманов ТВ.